В музее Пластова состоялось открытие первой персональной выставки Елены Николаевны Холодилиной, жены Николая Аркадьевича Пластова и невестки Аркадия Александровича. Она посвящена 85-летию со дня рождения художницы. Автором проекта стал ее сын, заслуженный художник России Николай Николаевич Пластов. Мама у меня, конечно, замечательная, она единственная, она любимая, и Бог дал ей талант художника с большой буквы. Вы знаете, сколько себя помню, этот человек находился в постоянной работе. Выставка называется «Живопись с натуры не случайно». Практически все работы, за исключением больших полотен, выполнены художницей на пленэре. Невзирая на погоду, она часами и днями фиксировала состояние природы на полотна, которые представлены в экспозиции. Скромно войдя в семью Пластовых, она многое переняла от тогда уже состоявшегося художника Николая Аркадьевича Пластова. Еще более строгим и серьезным учителем, повлиявшим на ее стиль, стал Аркадий Александрович. Мне хотелось бы, во-первых, презентовать вам букет, потому что это ирисы, да, я думаю, вы доведете, да, Елены Николаевны. Вот. И опять-таки, вот когда вещь такая узнаваемая, да, вот видите, как у нас сегодня даже благодарности мы сделали с этими ирисами, да, это, в общем-то, да, такое новое слово, поэтому это тоже вам для передачи автору этой выставки. Давайте поаплодируем Николаю Николаевичу, который на самом деле... Человек, который меценат в самом таком хорошем смысле этого слова. Много теплых слов прозвучало в этот вечер в адрес автора выставки. Николай Николаевич все их записал на камеру и повез эти записи в Преслониху, где сейчас живет Елена Николаевна. Выставка «Живопись с натуры» продолжит свою работу до 25 января 2018 года. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.